24 страны, более 400 компаний, свыше 15 тысяч специалистов приняли участие в 23-й международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда», прошедшей в Москве. Масштаб экспозиции огромен, так же, как и насыщенная ее программа. В центре внимания актуальные темы по охране труда, вопросы трудового законодательства и нормативной деятельности. Подробнее об этом Дильфуза Мадаминова. Традиционная площадка демонстрирует самые последние современные решения и наработки в сфере охраны труда и обеспечения безопасности работающего человека. Однако таких масштабов не было никогда. 24 страны, более 400 компаний, экспонентов и свыше 15 тысяч специалистов. По словам организаторов, количество посетителей увеличилось на 30%. Выставочная экспозиция была застроена по тематическим аллеям и видам, что позволило сконцентрировать и объединить производителей и поставщиков по определенной тематике на одной площадке. Продукция под брендом «Сделана в Узбекистане» представлена отдельным стендом. Традиционно в этой выставке принимают участие наши партнеры, наши друзья из Узбекистана. В этом году их экспозиция, как всегда, достаточно интересна и в первую очередь доступностью своих предложений. И поэтому я смотрю, вот как работают коллеги буквально в режиме нон-стоп. Мне очень понравилась ваша коллекция именно обуви, рабочие обуви. Я вижу, что очень качественные материалы и очень эргономические модели я вижу здесь. Я вижу, что узбекское производство очень быстро развивается. Профессионалы сферы говорили об охране труда на высоком уровне и акцентировали внимание на самых горячих темах. Главными новинками выставки стали аллея обуви и аллея работы на высоте и в замкнутых пространствах. Они заняли центральное место всей экспозиции. Такого интереса именно к стенду Узбекистана мы не ожидали. Проводятся деловые встречи, переговоры, детальное обсуждение товаров по номенклатуре. Мы представили здесь изделия из ПВХ, целевая аудитория, очень обширная. Представим свою продукцию Министерства здравоохранения Российской Федерации. Сейчас будет вестись детальная проработка этого всего. Проблемы охраны труда работников в сфере обсудили уже в рамках деловой программы. Среди актуальных тем, которые были предложены, результаты внедрения новых правил охраны труда на высоте, вызовы регуляторной гильотины, презентация комплексных решений для производителей и многое другое.